Друзья, всем привет! В общем, смотрите, нам подписчик наш топ-донатер задонатил нам на суши, на роллы, да? Вот, эти суши называются, сет называется Азия. Вот так выглядит, вот. Красиво, аппетитно. Вот тут с лососем, с угрём, с мидиями. Вот такая вот красота. Вот. В общем, сейчас будем кушать. А, ну и еще у нас тут чай Липтон. Такой холодный. Давай, наверное, чайку сразу нальем, да? Да, чайку сразу. Чай Липтон. Сейчас жарко, это как раз будет красота. Да, летом вообще. Прикинь, как красиво это смотрится, да? Да, мы купили в этот раз зеленый чай. Обычно черным покупаем, а сегодня захотелось прям зеленый. Да. Ой, он пахнет так приятно, лимончиком. Да, я обожаю вообще Липтон. Спасибо нашему топ-донатеру. Да, огромное тебе спасибо вообще. Сейчас кайфанем. Мы бы сказали его имя, но он не хочет, чтобы его имя называли. Вот. Так, тут мне звонят. Отклонить пока поставим потом. Не вовремя звонят. Да. Да. Спасибо. Так. Ну что, друзья, давайте... Мы, короче, будем... Вот у нас тут есть палочки, да? Да. Но я буду есть руками, потому что я палочками не умею есть. Я тоже. Они у меня рассыпаются. Вот. Логично. Соевый соус у нас вот тут такой. Я обычно ем вилкой, но сегодня буду есть руками. Чаёк Липтон. Так, вот так, чтобы так видно было хорошенечко, да? Наслаждение. Ну что, друзья, давайте кушать. Так, да, бери ты, бери ты. Я тоже хочу его. Ох, смотрите, какая. Ой, а что-то он это наполовину. Без рыбки. Наверное, так делается. Смотрите, тут чуть-чуть васаби приклеилось. Это, наверное, какой-то сливочный соус внутри. Да, вот так выглядит, смотрите, друзья. Вот так вот. Так, вот в общем... Соевый соус. Ну, с васаби вообще огонь. Знаешь, для чего разломаю сейчас? Чтобы васаби это, ну? Да. Вот имбирь. Блин, ну имбиря можно было бы, конечно, побольше и васаби, да? Вот васаби. А нам предлагали, а мы не стали брать. Кого? Он же сказал, что это и соус может васаби еще доложить. Чего мне чихать охота? Васаби. Будь здоров. Спасибо. А я тут сегодня... какой-то один ролл, видишь, вот такой вот. Хочешь, ты возьми себе. Не знаю, как хочешь. Ну-ка, вот этот. А я сегодня, друзья, из-за того, что у нас это Азия, решила одеть кимоно, видите? Вот такое. Видите, это в этой, как его, в норе. Норе. Ну, это как водоросли. Водоросли, нори. Так, окунуем в этот. Блин, ты знаешь, мне больше зеленый нравится. Да? Липтон, ага. Чем черный. Имбирь. Я хочу вот это попробовать. Я вообще не поняла, с чем это. Тут, походу, смотрите, наверное, кунжут. В кунжуте. И васаби. Вот. А тут, наверное, какая-то икра сверху, да? А что внутри, не знаю, честно говоря. Что это такое? Будем пробовать. Так, тоже. Такой хочу взять. Да, тоже вот такой вот суши, ролл. Сверху это икра. Это икра летучей рыбы. А что за рыбка внутри? Это мидии. Мидии, да? Классно. Друзья, это просто великолепно. Еще в сочетании с кунжутом вообще класс.
как же я люблю роллы. Спасибо тебе огромное. Наш топ-донатер. Наш топ-донатер. Он знает, что мы о нем говорим. Угу. Жалко, конечно, что он нам не разрешает сказать его имя. Я бы с удовольствием бы сказал. Ну, если человек не хочет, значит, не надо. Ты сделал наш вечер. Да. Так, а этот просто какой-то огурец и рис. Вот еще какой-то, друзья. Вот. Такой. Слушай, с мидиями вообще класс. Да? А ты не пробовал? Пробовал, класс. Хорошо? Это великолепно. Ну, вкусный, да? А почему он один? Как-то это? Не знаю. Как-то не по-честному. Не по-честному, да. Вот, друзья, палочками у меня вот не получается есть. Я вот люблю руками, потому что руками оно не рассыпается, все целое. Вот так выглядит. Суши, ролл, все целенькое. Удобно очень. А мы помним, на Новый год тогда пробовали палочками. Они у нас половину поразвалились все. Помнишь тогда? Да, помню. Они прям в соусе разваливались. Да, да, да. А это я не понял вообще с чем. Вот это. Ну, тоже не понял. Тоже не понял. Угу. Мне еще очень нравится васаби. Да. Великолепно. Вкусно, да? Угу. Так, это с огурчиком, с этим, с кунжутом, да, походу, и с огурцом. Да? Имбирь придает прям такой вот, ну, привкус приятный. Вот, как он очень сочетается с суши. Вообще просто идеально, да? Он как дополняет вкус. Вот, друзья, это суши с мидиями. Вот, а сверху это икра летучей рыбы. Вот, видите, а внутри мидии. Ну, короче, из всех сетов, которые мы смотрели, этот был самый дорогой. Вот, ну, потому что мы там смотрели еще по граммам, да. Там был другой больше, как бы, по граммовке, но там как бы начинка была такая, похожая. Да, здесь именно начинка. А здесь мидии, рыба, лосось, да. А тут там всякие блины с беконом, курица. Зачем вообще это в роллах, не пойму. Я себе обмазала все. Васаби? Рукой. Что-то рукой не коснулась. Блин, васаби, конечно, это класс. Вот васаби. Обожаю суши. Ну, тебе как, нравится по вкусу? Очень нравится, да. Вкусненько, вот, да? Это нравится. Это я вообще не понял. И это я тоже не понял, да. Вот эти не очень, а вот это классно. Вот это классно. И вот это, я думаю, тоже. Ну, и вот это тебе. Как-то разделить его. Не, эту съешь ты. Да? Да. Он как будто бы самый большой. Ну так, друзья, если бы как бы по пятибалльной шкале оценить, то, ну, на четверочку, да? Угу. Ну, как бы нормально, вкусно. Ну, на такую, на твердую четверку. Вот. Наполнение именно. Да, да, да. Вот эти с мидиями мне понравились, с лососем. Угу. А вот эти, ну, вот, непонятно с чем, один с огурцом. Вот это вообще чуть непонятно. Такое ощущение, что просто огурец с рисом и все. Угу. И вот это тоже не очень. А вот эти с лососем, тут лосось, сыр вкусный, и вот с мидиями вот этот вкусный. Чай вообще великолепный. Вот, видите, вот с лососем вот так он выглядит. Внутри какой-то творожный сыр,
сверху лосось. Ну, а ты смотри, как он, какой тоненький-тоненький слой лосося. Вот прикинь, мы стейки как едим с тобой форель. А тут смотри. Да, мы уже балованные, да. Тоненький-тоненький слой. Как селедку мы ели, мне показалось, что так мало, форель привыкли столько мякоти. Так, ну что, друзья, давайте я попробую вот этот вот огроменный. Я не знаю, что тут. Внизу рис. А что тут? Что-то непонятно. Вижу, что сливочный соус. А что там внутри? Сливочный соус, рис. И что-то острое вверху. Да? А рыба не чувствуется? Нет. Тут только этот сливочный соус и рис. Угу. А здесь еще не знаю. Чувствую, что что-то острое. Вот, видите, вот с мидиями. Мидии внутри и сверху и икра летучей рыбы. Так, макаю в соевый соус. Обалденно. Такое ощущение, как будто какая-то консервированная рыба, что ли. Да. Я даже не знаю, что это. Попробуем. Где что? Какая-то рыба, ну да, ну какая. Он будет потом почитать, что в этой Азии. Ух. Васаби. Прям много взял васаби прям. Тоже хочу. Такая крепенькая. Ну, в принципе, нормально вкусная, да? Ну, на четверочку. Содержание на четверочку. Вот так вот, видите, тут рис, огурец и еще что-то, кунжут. Угу. И обвернуто все в норе. А у меня, друзья, с мидиями. Икрой, мидиями. Видите, мидия. Любимая, ты касаешься рукой этих? Я не касаюсь, ну я не чувствую. Ты чуть-чуть у меня там. Вон там мидия, видите? Да, вот это просто огурец с рисом. С мидией вкусно, да? С мидией вкусно. Прям морепродукт, морепродукт. О, васаби вообще. Прям такая, знаешь... Знаете, аж как пробивает. Чайку Липтона попил. Ой, с мидией вообще огонь. Чай, вот этот Липтон, зеленый чай, очень вкусный. Вот все-таки весной пить, когда холодно, его не очень. А летом... Да. Ну, прям. Еще нальем. Огромный респект нашему подписчику, нашему топ-донатеру. Он уже столько любимый. Ну аккуратно, я же тебе говорю, ты рукой цепляешь. Нечаянно хотел взять. Сейчас бы все рассыпало. Ты, ну поаккуратнее, моя любовь. Прикинь, сейчас бы все на пол упало. На пол бы не упало. Оно бы туда поехало. Так, друзья, ну что, чайку себе налил еще? Вот. Ну так, в принципе, нормально, да? Вкусно. Нормально, да. Ну, из всех доставок, которые у нас есть в городе, вот это как бы она самая такая известная. Угу. Вот, ну не буду говорить, какая. Ова. Вкусненько. Угу. Лосось.
сливочный сыр. А вот это вот вокруг, наверное, это нури, да? Внутри. О, друзья, вот так выглядит все. Красиво, аппетитно. Женя обожает роллы. Она может есть роллы хоть каждый день. Да. Суши, да? Да. Да. Я вообще просто даже рис люблю. Ну, да, кстати, как-нибудь, когда сделаем еще форель, просто я, наверное, себе отварю риса. Буду с форелью кушать. Типа суши, да? Соевый соус купил. Да. Можно имбирь, васаби купить. Ух! Васаби. А этот какой-то развалишься, или ты его откусила, попробовала? Нет, я так не делаю. Откусить и положить назад. Это не в моем стиле. Наешь мне лимонадику? Да, так у тебя еще есть, ты допей, я тебя налью. Имбирь. Вау. Вот эти там мидии внутри. Все, любимая, это тебе все. Ну, поедем. Не, все, все, это тебе. Вот это еще съем. Вот, друзья, видите, внутри мидия, а сверху тут творожный сыр, мидия и икра летучей рыбы. Гриша был сушистом. Я, например, не знала, что это икра летучей рыбы. Да, любимый? Да. Я работал поваром, сушистом. Любимый, кушай. Не, это тебе пускай. Я уже съел. Это тебе. Я хочу, чтобы ты побольше съела. Чтобы я объела, да? Да. Друзья, ну, суши, конечно, это, безусловно, очень вкусно. Спору нету. Но это не про то, чтобы наесться. Это просто кайфануть от вкуса. Но как бы этим не наешься. Потому что вот это вот, ну, как бы ты... Вот мы скушали, да? И, ну, как бы, ну нормально. Но для мужчины тем более. Да, но я не наелся до отвала, допустим, как от той же, допустим, шаурмы, там, или тарелки борща, там, или шашлык. Жареной картошки, да. Или картохи, да. Это просто кайфануть от вкуса, вот. Это, допустим, чтобы, наверное, наесться, это надо, не знаю, наверное, штук, наверное, 30-40 съесть, чтобы вот именно так объесться. Конечно, это такая легкая такая еда, очень. Ну, тут... Очень тоненький слой рыбы, прям вообще на просвет, там, ну, рис, ну, как бы такие компоненты, которые сильной сытости не дают. Они дают гастрономическое удовольствие. Классное настроение. Да, это вкусно, но не сытно, вот так я бы сказал, подытожил. И состояние праздника. Ну, да. Просто... Ну, вот это вот все стоит, это 1000 рублей, да? Ну, блин, ну, если на 1000 рублей набрать шашлыка или шаурмы, ты даже все это не съешь просто. А тут как бы я вот поел на 1000 рублей, и я, ну, все равно с чувством голода. Что это, да? С чувством голода, да, да. Все равно осталось чувство голода. А я еще Жене говорю... Надо же вставать из-за стола с легких. Типа что, ну, все, ужин это. На ужин мы себе это... Ну, роллы, да, это, как ими не наешься. Суши, это так.
Просто им, а я говорю, а потом часов в 11 пойдем есть копченое сало. С хлебом. Ну что, нормальный слой для этих. Налить тебе еще. Да, да, налить. Не, ну для роллов-то оно так и должно быть, ну, как бы тоненький слой рыбы. Но я имею в виду, допустим, или вот так мы съедаем стейк форели, два стейка, там прикинь, сколько мяса, да, сколько этой рыбы. Или вот тут такой тоненький кусочек. Понятно, что ты этим не наешься. Ты просто, ну, получишь удовольствие от вкуса, но наесться ты не наешься этим. Ой, хотя я чувствую, что я наелась. Не, ешь. Ну, по вкусу, ну, очень вкусно. Я говорю, если по пятибалльной шкале брать, то на твердую четверочку. Очень вкусно. Спасибо нашему топ-донатеру. Не, я бы сказала, вкусно на пятерочку. Но не все из этого состава. Ну да, вот некоторые на четверочку, а некоторые на пятерочку, да. Ну, потому что тут разные суши с разными начинками. А ты не будешь больше соуса? Нет. У меня уже заканчивается. И два у нас еще осталось соуса. Ну вот там говоришь, мало. Не, все-таки это хватило и васаби, и имбири. Глаза все бы съели, да? Да. А последний раз, когда мы суши ели, тоже нам этот подписчик донатил. Это где-то было, может, месяца два назад. Мне кажется, в апреле это было. Мне тоже кажется, в апреле. Да, месяца два назад, да. Мы тогда с тобой шашлыки покупали, роллы, хинкали. Пиццу. Чипсы. Пиццу покупали, да, еще кока-колу. Это все топ-донатер нам это. Донатер. Это все один донатер нам задонатил, да. Да, да, да. Спасибо тебе огромное. Это знаешь, как суши? Когда ты не голодный, и просто поесть суши. А если вот ты... хочется праздника. Да, а если ты голодный, то, конечно, ты этим не наешься. Хотя рис очень калорийный. Ну, не знаю, я рисом не наедаюсь. Как-то, ну да, нет. Я наедаюсь мясо, рыба, там, картошка жареная, шаурма, колбаса, все такое, котлеты. Вот это да, ты реально поешь, там прям ух, чувствуется. А как мы это гирос ели, помнишь, мы даже все не доели. Там огромное было. И он настолько сытный, что я половину съел, и я объелся. И потом еще на следующий день съел половину и тоже объелся. Вот там реально, там мясо, картошка была, картошка фри, там еще что-то, какие-то, да, там ингредиенты были. Реально сытно. А роллы, это роллы суши, это просто вкусно. Там, по-моему, был для кебаб. Да? А, да, что-то такое там, типа, да. Мне кажется, там состав был похож на шаурму. Только плюс еще картошка фри. И не лаваш, а булка. Да, да. И сама булка была такая, да, сытная, булка очень, очень вкусная. Вкусная, да. Ну что, друзья, кушаю последнюю. Крайнюю, эту, крайнюю. Крайнюю, да, с мидией, которая. И икрой летучей мыши. Ой, я чувствую, что я наелась. Ты наелась, да? Угу, нормально так. Ну все, сегодня больше не ужинаем, да? Да. А я вот и стараюсь не откусывать, а вот целиком, чтобы она не разваливалась. И чтобы как полностью вкус почувствовать всего сразу. Слушайте, с мидием я, честно говоря, первый раз роллу пробую. Очень вкусно. Ты пробовал когда-нибудь с мидиями? С мидиями, кажется, нет. Ну, я нет. Очень вкусно, друзья. А я имбирь съем еще. Обожаю мидии. Имбирь вкусный. Правда, какой... Вот, обожаю маринованный имбирь. Это вкуснятина. С мидиями вообще огнище. Я бы в следующий раз вообще только с мидиями взяла.
Вкуснятина. Ну, знаешь, для меня это прям сегодня открытие. Да? Угу. Вкусненько. Угу. Класс. Ух! Отдельно только васаби, да? Друзья, ладно, мы будем заканчивать это видео. Ну, это вот был такой мукбанг на суше, да. Сет называется «Азия». Всем спасибо за просмотр. Счастья вам, здоровья и удачи. Всем приятного аппетита.